Доброе утро, ребятки! Одна маленькая девчонка проснулась, поспав свой первый дневной сон. Что такое? Только что улыбалась мне тут. Вот, так что я успела сделать все, что я хотела. Сейчас у нас полдень, только я наполовину накрашенная, поэтому не хочу сниматься. Мы в два или в один час дня пойдем гулять на новую площадку, на которую я еще совсем не был недавно. Недавно ее только открыли, построили. Да, тебе нельзя было, да? Да. Теперь можно. В 12 часов, мне тоже было можно, да? Еще пойдем мои посылки забирать, ладно? Нет. И арбуз маме купим. Нет. Иди кушай дальше, ты, наверное, еще не доел. О, куда ты бежишь? А еще поулыбаешься? Нет, ты хочешь на ручки? Я не доела еще, но хочу пастилу уже. Ну хорошо, иди, ешь пастилу. Арина, а улыбнешься еще разочек? Скажи, мам, нет, на ручки хочется. На ручки? Улыбалась тут просто очень-очень много. Ну вот, надоело лежать человеку. Переодеваться еще пойдем? Да? Губки делает, когда хочет, да, руки такая. Меня тут обижают, на ручки не берут. Все еще ходит вот это вот костюмчик 50-го размера. Ну это не костюм, точнее, у нее. Это бодик такой и штанишки. У нас есть еще слив такой же. Вот, все, 50-й. И она пока вписывается в этот размер. Да? Ты растешь? Ну скажи что-нибудь мне, скажи агу. Алина говорит, отстаньте от меня, я хочу на руки. Но она по ощущениям такая крепенькая стала. Вот знаете, младенчики, они такие прям, ну их берешь, и вот у них голова болтается, они такие какие-то желеобразные, если можно так сказать. Ладно, привет, я еще. Короче, я просто намазала корректор, и она проснулась, и я даже тональник не наложила. Опля. Вот, а она уже такая крепышка стала. Крепышка, кубышка. Ой, да, полный подгузник, сейчас пойдем менять. Вот, так что растет девчонка. У тебя затылок уже протирается, что ли? Витамин D даю, кстати, у меня финский для нее. И я заказала его на Wildberries, и еще из Финляндии заказала еще два бутылька, потому что сейчас у нас там знакомая стала ездить, пока граница открыта, но я не знаю, там с какого-то 18 сентября, октября что-то закроют, скорее всего, опять границы для россиян. Вот, и останемся мы без счастья финского и... Люблю свои волосы. И еще заказала финский сыр, который очень просил Артемий несколько лет. Мы раньше покупали только финский сыр. Он не такой соленый, как наши сыры. Я не нашла ничего похожего на нашем рынке, в магазинах, да, грубо говоря. То, что у нас продается под названием финский сыр, это вообще не оно. Очень все соленое. И Артемий, когда был маленький совсем, он ел вот этот финский сыр, и когда его не стало, он сыр перестал есть вообще. Сейчас он иногда может по настроению поесть, но все равно до сих пор вспоминает про этот финский сыр. В общем, я ему заказала, и мама уже получила, наверное, во вторник, скорее всего, привезет. Ей надо будет с Артешей посидеть, мы после работы приедем, пока мы с Ариной будем в поликлинике по врачам ходить. Я на самом деле в некотором трепете перед посещением невролога, потому что с Артемием мы же наблюдались у невролога. И вот у Арины есть тремор. Ну вот ножками она дрыгает, иногда руками. Пока это норма. Вот. Но у Артемия было не норма. То есть мы лечились. Я вот все думаю, что скажет невролог. Но даже несмотря на то, что бы там ни сказал невролог в поликлинике, я не знаю, та же самая там тетка работает или нет. Если та же самая, то это тихий ужас будет. Надеюсь, она уже сменилась, потому что та вообще была непрофессиональная совсем. В общем, в любом случае, еще сходим для контроля к неврологу, у которого Артемий наблюдался. Ну, просто, если все хорошо, будет отлично, я пойду со спокойной душой. Ну, а если она что-нибудь скажет делать, будем делать. И еще я хочу купить ей коврик развивающий с дугами такой.
Сейчас на Авито посмотрела, кто рядом продает. Ты же не вижу смысла новую брать, все равно это ненадолго, потом тоже продам. У Артёши был, потому что она начала проявлять интерес к игрушкам. Она у меня вчера лежала и рассматривала очень долго игрушечку, которую я ей показывала. Вот, так что уже пора, наверное, потихонечку переезжать. Ну так, потихонечку переезжать на пол и вот рассматривать игрушки. По поводу шезлонга на кухне, его там, к сожалению, совершенно некуда ставить. Будет не шезлонг, мы через пару недель, наверное, привезем с дачи стульчик для кормления, который у Артемия был, который не икеевский, этот потом мы поставим, а который откидывается, такой фиолетовый у нас был, то есть там можно прям положить ребенка. Не спрашивайте, как мы это впихнем в кухню, но придется впихнуть, вот, и она будет там в этом стуле у меня сидеть, лежать за компанию, вот, потому что она уже хочет быть с нами и вообще начала на нас реагировать, огукать, такое, ну, на камеру пока еще не удается ему подловить, но вообще такой кайф, когда ребенок начинает что-то делать, чего не делал, новые навыки появляются, да? Видишь, это ты. Все, мы пошли менять подгузник, а то я заговорилась и забыла. Человек тут грязный у меня. Стандартный кадр. Это... Мы на прогулке. Собрались. Вышли. Да, видите, как Артемий ждал. Очень-очень ждал. Когда же мы туда пойдем? У меня так много волос сейчас, так прикольно. Но потом попозже выпадают. Пока наслаждаюсь этим. Кудряшки. Сегодня я не очень уложилась. Мои волосы живут своей собственной жизнью. Когда хочется, они хорошо уложены. Что такое? Я хочу кое-что сказать, то, чтобы когда ты камеру выключишь. Да? А, я, кстати, хочу тебе рассказать, что тебе ответили по поводу автобуса беременных тетенек. А что? Значит, ты... предложили варианты, что они будут сидеть по очереди. Потом был вариант, что та беременная, которой не хватило места, сядет на место кондуктору. А еще был вариант на колени водителю автобуса. Тебе какой больше нравится? По очереди сидит. Справедливый, да? Да. Остальные какие-то, вот сесть на место того, кто автобус ведет, этот вариант совсем не подходит. Ну хорошо, ладно. А я еще пыталась сегодня снять распаковку Василька. У меня посылка, не знаю, сколько уже лежит. Короче, я через несколько дней досниму, скомпилирую это все, и получится распаковка полноценная. Немножко поменяю формат, потому что в привычном я снять просто не могу. Потому что не получается. Вон она впереди. Арина просыпается, так что... Скоро будет, но по-новому. Ну вот на эту площадку Артемий хотел. Новая площадка у нас тут деревянная, такие лазовки. Короче, классная. На, царь горы. Сбоку не залезть, ему тут нету обычной лесенки. Аккуратней там. Два часа на площадке. Артемию было весело. Я ковырялась в телефоне, работала. Теперь мы идем за наградой мне, за арбузом. А потом за моими посылками. И мне за наградой. А, да, Артемий тоже попросил эти вкусняшки. Короче, идем. Арина перекусила уже. Погода классная, но я под конец уже подзамерзла. Сегодня без куртки. Ну, тепло сегодня. Давай кнопку нажимай. Итак, давай, ой, давай, вот, сейчас мы узнаем. Он весит, сколько он весит? 4,5, ну почти как прошлый. Вот. Закрой холодильник пока. Жди, тут 6,45. Это цена за 6 или за 1? Что-то я не поняла.
Сейчас пойдем проверим на ценнике. Нет, это без печенек. Тогда нет. Нет, другой хочешь. Ты именно с печеньками хочешь? Да. Ну, вон выше этажом они. На следующей полке. Вот они, с печеньками разными. Ну вот три вида тут. Буквы, шарики и дрожжи. Выбирай давай. Да, давай, соображай. Сейчас весь холод из холодильника выпустишь. Давай один какой-то возьмем. Давай. Смотри, тут кто тут? Крепыш, Скай. Этот, не помню, кто это. Гонщик? Это Рокки. А, Рокки. Кого ты будешь брать? Открой. Давай, поставь ты обратно. Зайка, давай. Нет, наоборот. Это сюда. А обратно поставь. Да ладно, нормально. Какой выбираешь автомат? Этот? Давай. Сканируй. Вон штрих-код. Подальше чуть-чуть. Вот так? Да. Что, у тебя глаз чешется? Будешь дальше сканировать? Прям сканируй ценник. Наоборот. А это от арбуза? Да, это от арбуза. Так, ты карточку. Так. Артёш, что ты там делаешь? Ничего. А руку получится оплатить? Нет. Так и... А если на ней будет наклейка, за которой платится, не оплатите? Твоя же рука не продается? Продается. А, продается она в животе твоем. Йогурт сразу? Не знаю. Вы посмотрите, какая прелесть. Пандус поставили около Wildberries. Это прям для нас. Тут его никогда не было. И тут мы стали ходить с коляской, его поставили. Так удобно, причем хороший. Забрали. Пришла пока одна. Это тетрадь рабочая. Артемия в садик детский. И будет еще две. Еще одну я заказала на Wildberries, а третью надо будет купить в Буквоеде, скорее всего. А почему воспитатель мне написал, что уже занятия начались? Так она написала там. Я поэтому и заказала. Вот там уже все... Я не написала, что сначала, когда первая музыка и физкультура были. Ну, потом, потому что сказали. Вообще было собрание родителей, о котором я ни сном, ни духом, потому что это собрание, о нем сказали, написали в группе садика ВКонтакте. И никто не принес это в чат в WhatsApp наш групповой, поэтому я все профукала. Хотя, с другой стороны, я даже прийти бы не смогла, потому что Артемий, Арина. Вот, но я так хотя бы у мамочек поспрашивала, чего там, что. Ну, в общем, к физре и к музыке мы все купили, мама, все есть. А вот тетрадки еще нет. А вот на Озоне я забрала, это такой пилинг очень классный. У меня был похожий, я его отдала Марине. И это сейчас новинка, а это мне что? Предложили попробовать, и я, в общем, с радостью согласилась. Классная штука, на самом деле, лицо чистит хорошо. Ну что, ребятки, сегодня такой продуктивный день, потому что Арина много спит. Я что даже это успела. Значит продуктивный? Продуктивный – это когда ты много чего успел за день сделать. В общем, я даже успела снять распаковку, о которой я вам говорила, но когда я это успею смонтировать, я не знаю. Но я хотя бы ее отсняла, и это уже радует. Еще я заказала продукты, приехала доставка, привезли. Сейчас я сделала рыбные палочки мальчишкам. Так вкусно, на самом деле, я сама их тоже люблю. Ну просто там есть готовое мяско, но горячо обжегся,
принципе, зайка, если очень горячо, можно выплюнуть. Подуй на кусочек, прежде чем его брать в рот. Да нет, язык обжегся. Я знаю, что он обжегся. Ты дуй, ладно? Хорошо? Они только что со сковородки были. Чуть-чуть пар. Понятно. Берешь на ложку, дуешь вот так. Потом в рот можно. Только сначала губой потрогай, ну, губе прислони, потрогай. А почему к ней? Я так делала. Заказала карри. Без карри жизнь мне не мила. Я вот когда-то мы были в метро с Алишером, я там целую банку карри купила. Мне кажется, мне на пару лет хватило. Теперь маленькие неудобно закупаться. Мюсли себе взяла, добавляю сейчас в овсянку. Я такую вкусную овсянку по утрам. Да? Овсянка. Хочешь, чтобы ты мне завтра в кашу это положил? Хорошо. Овсянка, потом мюсли, ну, немного так сверху, чтобы было присыпано. Потом миндаль, прямо орешки цельные. Заливаю молоком, чуть подогреваю. И сверху нарезаю 3 абрикоса. О, боже, это очень-очень вкусно. Овсянку, кстати, ем вот самую простейшую. Вот 15 рублей стоит. Мой любимый завтрак. Я, кстати, мне когда-то писали в комментариях, что от овсянки... вымывается кальций из костей, по-моему, что-то такое, что ее вредно есть каждый день, она вымывает кальций из костей. В общем, у меня есть подружка, она... Кто она? Как называется? Она не ревматолог, не ревматолог. Ну, короче, она все время занимается вот этими заболеваниями. Чего ты хочешь? Воды. А, воды. Эти, подагра там, артрит, артроз. Вот это все с саркоспондилит какой-то, ну вот с костями. В общем, я ей написала, говорю, скажи мне, как врач, правда это или нет. В общем, девочки, это фигня полная. Овсянка ничего там у нас. А эту чашку надо помыть. Почему? Какую? А в ней была вода из пастилы. Подожди, она уже из посудомойки же, разве нет? Нет. А в нее пустила и блин провалились. Ну, ничего страшного, я сейчас полоснула, все чисто. Так, видишь, уснула, сейчас попробую ее переложить и двумя руками разложить остатки продуктов. Мне неудобно. Сиди, кушай.